церковь, не дом с куполами золотыми, церковь, не запах горящих свечей, церковь, общение с друзьями простыми в мире холодном, сияние лучей. Церковь, не стены, пилястры, колонны, даже не мебель, не стулья и стол. Здесь могут выслушать боли и стоны. В церкви больной исцеление найдет. Это то место, где самый несчастный может найти и уют, и тепло, где виден мир неземной и прекрасный, в церкви любовью покроется зло. В церкви не делят на бедных, богатых, нет в ней любимчиков, все тут равны. В церкви святой разрушают опоры, стрелы и всякую ложь сатаны. Здесь раскаяние врывается в душу и задается неверью вопрос. Бог может боль беспросветности рушить жгучим потоком счастливейших слез. Здесь не живут ни надеждой бесплодной, бедам бессмертным здесь ложат предел. Здесь не бывает нужды безысходной, грешник здесь ризы спасения одел. В церкви всегда милостивые к бедным, к жалким, несчастным, кто ищет тепла. Сердцем стремятся к итогам победным, сбросив пучину осколки от зла. Так пусть нашей церкви не будет иначе, пусть сердцем разбитый найдет здесь покой. От горя, бессилья никто пусть не плачет, здесь каждый пришедший да будет родной. В союзе с Христом можем двигать мы горы, всех грешных, несчастных к Иисусу вести. А где нет Христа, никакой нет опоры, не сможем заблудшим спасение нести. Коль судим людей, то осудят нас тоже, а зло на соседа вернется и к нам. Покой для души всех сокровищ дороже, простор будет сердцу, коль тесно словам. Найдет ли Бог веру? Не скорбно ли это, коль в церкви в Господь, а в душе мертвый лед? Влюбившись во тьму, не бежать бы от света и к аду не мчаться, когда рядом мед. Спешим же немедля разрушить опасность и думать о ближних, а не о себе, чтоб чужд был расчет и чужда безучастность, готовы, чтоб были мы к схватке, к борьбе. Пусть Бог нам поможет любить и смиряться, по слову идти в никуда не свернуть, всем сердцем и разумом Бога держаться, а с Ним без потерь мы пройдем этот путь. Аминь.